Софи всегда была для нас персонажем, который где-то даже полярно противоположен Оливеру, потому что Оливер где-то летал в собственном мире, и Софи была более реалистом, потому что ей приходилось справляться за время вот этих концов света, которые происходили, в которые Оливер не знал, что происходит. Она из такой семьи, где не было достатка, семьи, где приходилось учиться выживать, и поэтому она отчасти более реалистичная, и там, где Оливер предпочитает валять дурака или не знает, как себя повести в, казалось, обычной ситуации, она приводит его в чувство и говорит: проснись, это реальность. Здесь мы все так себя ведем. София, боевой персонаж, что ей не все равно. Она помогает людям, и она ездит по разным городам с вот этой миссией, чтобы доставить медикаменты или еду в какие-то недоступные части страны или даже планеты. Мы встречаем Софи в городе Бриджертон. Она там не случайно оказалась, вы узнаете почему. Нам хотелось, чтобы она, с одной стороны, получилась сильной, с другой стороны, она получилась довольно женственной и эмоциональной, чтобы это смотрелось естественно. Персонажи Оливера и Аманды появляются. Аманда вообще появилась с первого раза. А Оливер чуть-чуть посопротивлялся, но Софи сопротивлялась больше всех. И мне кажется, это как раз отражает ее непростой характер, ее резкость, ее напористость. Но все это на поверхности, как, допустим, ее голубые волосы. То, что она носит майку Патти Килл, то есть обновщица веселья. Это на поверхности, это привлекает внимание. Но все, что глубоко внутри, все это закрыто, особенно для людей, которые с ней не знакомы. И она пытается держать дистанцию от них, и это, в этом ей помогает резкость. Не хотели супергеройства, мы не хотели того, что делается, допустим, в Marvel, в DC и так далее, где персонажи супер перекачанные, где у них большой зад, где у них большая грудь, где у них в обтяжку костюмы. Поэтому мы взяли только один элемент. Да. Вы скорее в концах света будете драться в том, что вам комфортно, в том, что осталось на полках. И поэтому мы старались сделать акцент, что она будет похожа на обычную девушку. Дизайн помог отразить ее черты характера, и поэтому приходилось лазить в интернете, искать вещи, которые будут удобные, практичные, спортивные и какие-то повседневные, чтобы можно было одеть наших персонажей. И нам кажется это очень важным, особенно показывая это в нашей истории, где мы говорим, что да, это необычный мир, да, это комичные ситуации, но все же он может быть возможным, он может быть реальным. И нам хотелось добавить естественности во всех наших персонажей, чтобы это звучало как-то близко и похоже к себе, чтобы можно было провести какую-то параллель. С одной стороны, мы шутим при помощи Оливера, при помощи Аманды, при помощи безумных людей в этом мире счастливых концов света, но с другой стороны, есть Софи и есть другие персонажи, которые нам говорят, это конец света, ребята, тут надо выживать. Да, они приводят нас в чувство. Вот эта вот противоположность персонажей, таких как Софи и Оливер, будет помогать им учиться друг у друга и на протяжении всей истории становиться лучшей версией себя.